Всем доброго времени суток и привет, мои ребята. Сейчас я покажу, как я играю. Говорю сразу, играю я с партаками, еще теми. Какие-то синцы у меня струнки. Конечно, струнки. Купала его в Первомайске. Я же говорила. Могу уточнить свое местоположение, но полностью говорить его не буду. Я живу в Одесской области. В оранжевой зоне. Так что у меня скоро карантин будет. Кстати, у меня уже есть мальчик. Купила там мальчик на коронавирус, уже больной. Подтверждено. Сейчас я вам покажу, как я играю. Ну, у меня есть два любимых произведения. Это всемиизвестный Тайник Крабов и Алан Волкер Фейте. Правда, я Фейте переделала так, что я его практически не узнаю. Не знаю, как вам, но сходство есть, причем очень много. Но лично мне кажется, я его переделала нереально. Себе, ну просто память на устройстве маленькая, и поэтому мне приходится снимать быстро. На самом деле я сделала еще третий куплет. И в общем сейчас получится танец гроба. Тогда я говорю сразу, я портачу. Если вам не нравится, то уходите нахрен. Thank you.
нравится. Прям нереально нравится. Но рисковать вот так. Я так еще рискую пока что. Также мне давали с прошлого года произведения, но я их уже целое лето не играла. Ну, наверное, мало кто слышал. А ну, вспоминайте. Взрослые должны это знать. О, Господи, извиняюсь. Токката из «В мире животных». Такая была программа, мне он рассказывала. Ну, я, пожалуй, буду заканчивать. Пожалуйста, не бейте тапком. Я четвертый класс, хотя музычный цикл, он 8 учебных классов. Я уже половину проучилась. Но я говорю сразу, я не профессионал. Я просто уникальна тем, что я могу выучить на слух какую-то мелодию, например, как «Одинокий пастух». Наверное, ее многие слышали. Скажу честно, я правда не подглядывала в ноты, и то мне кажется, что это неправильная тональность. Синтезаторами даже конкретно пользоваться не умею, зато я умею это делать переходы. Только не могу понять, зачем это надо. Нахрена? 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 Скажите мне. Кстати, ребят, я много раз уже обещала, что будут мои рисунки. И хотите, покажу? Шедоу. Если у меня будет смотреть шедоу, то вот она, красотка. Господи, надо выключить синтезатор. Вот. Наша красавица шедоу. Правда, у меня еще очень много рисунков. И еще не все здесь. Вы этого не видели. Это мой самый первый рисунок. Так видно, что он первый. Вот взять этот и вот взять этот. Кстати, тут есть Хацуми. Хацуми Роу. Ну, пожалуй, я буду заканчивать. Кто хочет рисунков, то ждите. Должно выйти сегодня. Пока.